Концертная программа «Когда мои друзья со мной» – один из постоянных проектов городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут-Лаам». На сцене юные артисты разных национальностей – евреи, азербайджанцы, армяне, башкиры, казахи, немцы. Музыкальное сопровождение номеров в исполнении Самарского духового оркестра. Автор проекта и ведущий программы, художественный руководитель, главный дирижер муниципального духового оркестра, заслуженный артист Самарской области Марк Львович Коган. Дружба поддерживает, дружба держит. И когда эта мысль с молодых ногтей входит в сознание ребенка, это в многонациональном городе, в многонациональном государстве является очень важным, я бы сказал, основополагающим моментом. Очень важное значение и мы придаем, и администрация города, чему я очень обязан и очень благодарен. И это привлекает и внимание Совета народов Самарской области, ибо те цели и задачи, которые стоят у Совета, те мы решаем образом искусства. Участники фестиваля рассказывают, готовились почти 3 месяца, много репетировали, подошли к делу ответственно, что сказалось на качестве выступлений. Номера были один лучше другого. Публика аплодировала стоя. Нам очень нравится петь песни всех народов, петь на разных языках. Получается, что мы получаем от этого удовольствие и хотим поделиться своей радостью с окружающими. Хотелось бы, чтобы побольше таких мероприятий проходило, именно вот где задействованы дети разных национальностей. Участие в таких мероприятиях для детей – это очень важно, это эмоции, это знакомство, общение. Не только с друг другом, но и с культурой, с традициями других народов. Эта концертная программа проходит в Самаре уже 5-й раз и каждый раз с аншлагом. Эту многолетнюю традицию проведения наша администрация, Еврейский национально-культурный центр Тарбут-Лаам и муниципальный духовой оркестр сделали уже частью культурной жизни многонациональной Самары. Особенность этого мероприятия в том, что в нем участвуют ребятишки, представляющие разные национальности, ребята, которые относятся и к национально-культурным центрам, посещая их музыкальные ансамбли или хореографические, но в то же время здесь есть и ребята, которые просто изучают культуру других народов, постигают ее, и духовой оркестр только помогает им в этом изучении. Завершился концерт песни, которая и дала название проекту «Когда мои друзья со мной». Ее ребята исполнили вместе. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.